Всем привет, ребята, с вами Эр и Ману. А сегодня, ребята, мы поедем, ребятушки, в... Не боитесь, в город, ребята. Тут у нас уже трасса открытая есть. Вот. Вот. Все, ребята. Я как приеду, ребята, вам включу за... Наконец-то приехал до города, ребята. Вот такой вот город. У меня там, ребята, забронирован мой номер в отеле оно. Вот и до небоскреба мы доехали. Этот город, ребята, я брал в кредит. Только хочу себе новую машину купить. Сейчас встречу тут с одним человеком. А вот его. Добрый день. Добрый. Вот ваша машина. Спасибо, что одолжили. Это мне его на прокат. Сейчас заселимся мы в этот вот небоскреб. Так, поднимаемся наверх, ребята. Все, давайте. О, да, вот и мы последний этаж. Так. Сейчас надо будет с жителями встретиться. Извините, вы пришли сюда заселяться, да? Да. А сколько стоит этот тот самый последний номер? 100 изумрудов. Отлично. До свидания. Вот для вас будет... Возьмите вот ковер, кровать и картину. До свидания. До свидания. Так, ребята, давайте же дойдем до отсюда. Вау, как красиво. И зачем тут это? А ковер не буду стелить. Маленькую. Вау, как красиво тут. Окно, такая красота. Сколько тут небоскребов, а там больница, вау. Ну все, ложимся спать. Пойду-ка я прогуляюсь по городу. У нас квартиры. Вау, это вау, зоопарк целый. Финиш, вау, круто. Это у нас тут. А тут у нас стройка. Метро недостроен. Окей. Елка снова гол достав. Прикольно. Так. Ничего себе, тут две больницы есть. Вау, какая огромная тут больница. Это что? А, это тут школа. А, тут пристроят школу, окей. А это у нас тут... Вау, это тут у нас девушья башня. И там вау, как красиво. А где тут что-то? Вау, Макдональдс. Вау, А, вот и верстачок, чтобы я мог переделать свои изумруды. Так, мне нравится один бургер. Так, 3 изумруда. Вот, да, сейчас нам дадут бургер. Вау. Как вкусно. Вау, вкусно было. До свидания. До свидания. Вау, вот это же... Не так и хочется тут прокататься.
Круто. А сколько стоит вот тут, чтобы прокататься? Добрый день. Добрый. Куда вы? Я ничего не сел в этот. Так, а сколько стоит? Ага. Одного человека, значит, один изумруд. Окей. Вот он нет. Да, что-то меня даже еще и лагает. Садитесь. Отпусти меня. Садитесь. Катайтесь на здоровье. А, это так круто. Черт побери, почему наши деревни это не делают аттракционы? Конечно, тупые люди. Простите, пожалуйста. Вау, как круто. Вау, круто. Ну все. Ну это круто было. В следующий раз еще раз попробую. Вау, заправка есть даже. Или где-то есть. А вы где, не хотите что-то купить у нас? Я не против, вот как-то можно купить. Опять я забыл доставить. Тот же сундук. Я куплю. У вас даже такого нет, да, мы не смогли это себе позволить. Ну круто у вас тут. Динамит. Я строитель подземных, чтобы разровняли эти территории, да? Вау, еда даже тут продается. Я, наверное, парочку картошек куплю у вас. А килограмм картошек, это у нас 10 картошек за 5 изумрудов. Я сюда слушаю. До свидания. До свидания. Огромный город. Я хотел бы тут себе еще машину купить. Помнится, мне говорил житель, в этом городе где-то тут продают машины. Но я пока, ребятушки, остановлю запись. Когда это найду, где продают машины, включу запись. Вот такой вот тут аттракцион. Очень даже интересно поиграть. Попал. Так. Попал. Красиво. Надо будет все отсюда собрать. Собрала. Красиво.
отсюда сдалека просто. Вот так. Попал. Так, по. А. Попал и... О, нет. Красиво. Ну что ж, продолжу домой идти. Точнее, свой номер. Я еще как-то вызывал доктор. Потом я вызвал один из моих друзей. Ну ладно, пойду к нему. Да, доктор, что хотел? Смотри, как красиво тут. Вот, да, тут реально красиво. Вау. Посмотри на хорошую такую дальность прорисовки. Посмотри, как это красиво. Так пока не вижу. Ну тут очень красиво у тебя. В городе. Жаль, что таких красот нет у нас в деревне. Вау, как красиво тут. Очень просто красиво. Блин, доктор, вы красавчик. Ну что ж, это у меня яичко просто. Сильнее яичницу решил приготовить. А, окей. Вау. Я не думал, что тут так красиво. Ну что, до свидания. Пора уже домой идти. Вау, этот день был очень крутым. Ну что ж, можу спать. Ну и всем пока, ребята. С вами был Иманов. Скоро выйдет новая серия. Я знаю, ребятушки, то, что вы ждете в бандиками. Ну, вы поймите, ребят. У меня лагает с бандиками. А так я хочу, чтобы вы увидели серию без лагов. Поэтому. Через камеру я снимаю, ребят. Ну что ж, ребята. Надеюсь, вам понравился этот видос, и вы поставили лайк. И всем пока, ребятушки, дай бог вам здоровья.